Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приехали в парк-музей имени Тютчева, который находится в Овстуге. Вот на входе нас встречает такой камень с подписью «Я более всего любил в мире отечество и поэзию» Тютчев. Там впереди находится усадьба, и мы направляемся на экскурсию. А вот здесь такой парк. Сразу мы видим здесь несколько домов, там главная усадьба, а здесь получается, возможно, гостевой домик. Сейчас у нас 2 января, видите, вот украшена колонна, как красиво. Это вот непосредственно парадный вход. Ничего мы видим. Ничего себе. Сейчас отлично. Мы сюда зайдем. Вот такие колонны. Бесплатный Wi-Fi. Ну вот, дорогие друзья, сейчас пойдем внутрь усадьбы. Вот, получается, заходим сразу в такой зал. На Крещение, да, здесь рядом находится озеро, и до сих пор видится картина. Вот, гости обычный синагог, да? Вот, пожалуйста, вам дом. Это вот северная сторона, как это. И немножко другую конфигурацию сейчас имеет. Но он был воссоздан в 2003 году, а университетная пара Тютчева, будущий историк Николай Павлов. Кстати говоря, из семьи Крепостного, который оказался отец его таким, знаете, были такие люди среди крестьян, которые такие были талантливые, способные в разных видах. Она стала женой первого секретаря российской дивизии барона Крюгера, который тогда редко кто женился молодым. Чтобы жениться, нужно было иметь капитал и дом. Когда умный человек, да что вам говорить, если среди ваших друзей и знакомых есть люди, которые не вдруг получили повышение, как они меняют, большинство из них, да, вот каждый из нас, чему девушку выбирают, непорядочного, хозяйственного, доброго, совсем ветреного какого-нибудь, это вопрос без ответа. Так случается, и что тут ничего не пойдет. Кстати, морской офицер, флигель адъютант Берегов, герой обороны Севастополя. А в Петербурге? А я известно, сохранение Тютчевское было утрачено совершенно. Оно все было разбито, разгромлено. Это 2003 год, какой-то меценат. Надо было говорить, не такой-то. Он был на промышленной выставке много раз раньше. На промышленной выставке, скорее всего, был в Лондоне, в 1856-м. Вот там показывали револьверы, как раз поле. Ну, вы слышали. А сегодня мы не настолько отстаем. И в музее находится вот такая комнатка, где непосредственно выставочные фигурки, вот такие вот куколок. Это композиция «Свадебный поезд». То есть местные рукодельницы делают вот такие интересные фигурки. Вот такой замечательный парк. Там, где усадьба Тютчева. А рядышком здесь находится озеро, на котором живут лебеди, уточки.
Просто ты чуть-чуть дальше там была, вот есть беседочка, где люди отдыхают. Ну, то есть можно здесь просто гулять по парку, получается. Это памятник Фёдору Тютчеву. Сейчас с вами пройдем туда к беседочке. Вот заходим на такой мостик деревянный, а здесь смотрите, сколько уточек и лебеди плавают. Усадьба находится вот такая церковь, восстановленная один в один, как при жизни Фёдора Ивановича Тютчева.